Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Ник. Это еще один обзор на игру. Игра большая, похожа на симулятор летающего человека. Название вот вы можете увидеть, также вы можете его в описании найти под этим видео. И вот, давайте приступим к игре. Мы вот начинаем играть. У нас тут вот подсказки какие-то. Нажимаем вот на экран. Сейчас вот, мы начинаем игру. Надо нажать тоже на экран, он спрыгивает. Дальше вы просто наклоняете свой девайс. Вот, например. Вот. Сейчас вот я наклонил его наверх, он полетел вверх. Соответственно, если проведу вперед, он делает сальто вперед. Если проведу назад, он просто набирает скорость. Вправо он делает поворот на 360 градусов. И влево он переворачивается на спину. У нас, в принципе, игрушка такая довольно неплохая. Графика тут, конечно, не очень такая будет. И весит она сравнительно мало. Но, в принципе, поиграть можно. Тут и миссии есть. Например, вот если мы летим очень низко к земле, то вон она зато тут, вы можете заметить, набираются очки. И там чем больше очков, тем больше звезд вы получите в конце. Я, в принципе, еще ни на одну звезду не прошел, так как тут очень сложно. Давайте поиграем сейчас. Так, тут еще в деревья главное не врезаться. И если у нас сильно маленькая скорость, мы, соответственно, падаем вниз, и игра заканчивается. Так, давайте пониже к полу пролетимся. Это, конечно, сложно так. Сложнее, чем кажется на видео. Если вы поиграете в нее, вы можете это убедиться сами. Вот мы как раз в дерево упали, и мы что наблюдаем? Дерево у нас такое, кажется, что маленькое, а вот если сравнить с человеком, то оно огромное. Давайте вот сейчас посмотрите, что-то есть на миссии. Вот, и самое легкое, это там типа шарики надо, летите на шарик, и вам засчитывает одно очко. Шариков по всей карте 8 штук. И вот давайте вот сейчас попробуем поиграть. Так, тут и к полу не надо лететь, потому что нам нужно прям на красненький шарик попасть. Его, надо свой полет заранее контролировать, чтобы не перелететь его и не врезаться по пути ни во что. Вот, давайте сейчас. У нас уже вот 2 из 8 есть. Это тоже кажется, что легко, на самом деле сложно. Вот уже я контролирую, что я должен полететь посередине вот тут, чтобы на шарик попасть. Игра такая довольно легкая в управлении. И легкая в управлении, и в том числе одновременно она и сложная. Так как тут рассчитывать все надо. И все такое, короче. Если вы хорошо там на глаз можете определить, куда вам надо точно лететь, с какой скоростью, чтобы попасть на шарик, то игра вам подойдет, вам она очень понравится. Так, вот 5 из 8 уже. Мы еще ничего не пропустили. Давайте вот сейчас еще вот этот соберем шарик, потом вон еще 2. Так, мы уже подлетаем к 6-му. Собрали его. Теперь сюда надо подлететь. Так, еще нам еще немножко. Все, и последний шарик, главное не лохануться. Вот. Мы просрали последний шарик. Двумя пальцами нажимайте на экран так. И открывается парашют. Так. Нам написали, что мы сделали отличную работу. Давайте попробуем на медиум поиграть. Я его еще не прошел. Может быть, сейчас получится пройти. Так, также начинаем игру. Сразу нам надо вот сюда вот лететь. Сейчас вы увидите почему. Там, потому что нам заворачивать сейчас не прямо. Ну, надо будет не прямо лететь после этого шарика, а завернуть влево. И вот вон, где следующий шарик находится. Так, это, конечно, посложнее. Тут шарики пониже к земле находятся. И елки тут тоже мешают. Вот так вот. Тут мы втащились в елочку. Давайте еще попробуем поиграть. Если долго мучиться, что-нибудь получится.
А, блин, ладно, давайте на изи поиграем. Тут назад вернуться нельзя. И проигрывать тоже не хочу, заодно вот как раз потренируюсь. Вот так вот вы, если можете видеть, вот тут скорость, она набирается. Чтобы потом можно было, например, наверх полететь. Но, в принципе, это такой необязательный момент. По желанию можно набирать скорость, можно не набирать. Вот у нас уже скорость заканчивается. И мы вот, как вы видите, падаем. Поэтому нельзя сразу низ как полу лететь. Надо вот так постепенно снижаться. Ну, именно на этих уровнях. Для того, чтобы не было вот такой вот штучки, как только что было. Что мне не хватило скорости, чтобы подняться наверх. Так. Опять. Немножко в бокса же летим. Также тут есть скины, которые вы покупаете за деньги. Деньги вам, скорее всего, ну, я еще не знаю. Мне вам, или, ну, или вообще там не деньги, там вроде надо играть и открывать, ну, выигрывать, например, вот такие карты, и открываются там новые скины. Я еще ни одного скина не открыл, так как я ее только сегодня скачал. Стоп. Блин. Мы собрали шар, но потеряли управление. И, как мы видим, мы очень далеко летим. Но именно вниз. Тут, походу, большая высота. Но на самом деле кажется, что очень маленькая. Также, если мы сейчас сразу же полетим на самый верх, мы потеряем тоже управление. Ну и он автоматически падает. Я, правда, еще не знаю, зачем тут сальто можно, ну, нужно делать. Вроде бы... Ну, может, это очки дает на том уровне, где надо, ну, например, лететь низко к земле или еще что-то. Ну, все же продолжаем играть. Я узнаю об этом попозже. Может быть, если, ну, я догадаюсь, пока буду заливать видео, то я его, ну, ответ в описании выложу. Так, мы что-то шарики пропускаем, потому что они очень находятся низко к земле, я не хочу, чтобы мы поцеловали землю. Съездим по бородой по земле. Так, наконец-то после долгих неудач мы еще один шарик собрали. Значит, набираем немножко скорости сейчас. Этот шар вообще прям на земле почти лежит. Так, я его собрал. Как мы видим, этот человек очень экстремальный. На самом деле, я думаю, каждый хотел бы вот так полетать. Ну, чтобы почувствовать полностью контроль, ну, над воздухом, что вы можете этот летать. Поэтому люди, которые считают, что невозможно летать, они вот если увидят это, то они будут, конечно, в шоке. Опровергнута их точка зрения, если так можно сказать. Так, мы собрали последний шарик. Вот. В принципе, даже парашют сам может открываться. Его не обязательно нажимать там. Сейчас давайте я вам покажу, где скины находятся. Вот, вроде бы здесь. Да, вот они. Здесь также скин Метеор. Гость. Какой-то летающий сверчок, наверное, или что-то такое. Мумия, бизнес. Какой-то Дардевил. Да, Дардевил. Хэллоуин. Корейский стиль. Ниндзя. Кама. Апгрейд. Ну, это дальше идут апгрейды каких-то скинов. Давайте попробуем вот тут полетать. Не знаю, может, наберем очков. Сейчас заодно проверим, что нам дает сальто вперед. Так. Ну, вроде бы пока что ничего не дало. Давайте вот будем лететь по низу. Это самый хороший способ набора очков, который я пока что знаю. Конечно, я попробую найти другой способ, который наверняка и получше будет. Так, мы в землю не втащились, поэтому я был вынужден немножко подняться. Также я, походу, заметил, что когда лететь близко к земле, ну, когда человек летишь близко к земле, то и скорость вроде набирается. И ветерок такой, не знаю, может, вам слышно. Вот такой вот сейчас ветерок такой, как будто, ну, не знаю, сквозит так
в игре. Наверное, там у человека глаза могут слезиться от такого. Так, давайте вот. Мы еще набираем тут очков. Она на все пригодится. Вроде бы 5 очков для одной. Ой, 5000 очков для одной звезды надо. Мы что-то так не набираем. Так. Вот, мы чуть, если вы видели, мы чуть не вписались в землю. Так, конечно, в самом конце, как всегда, умираем. Это уже так, как закон подлости выглядит. В общем-то, вот такая вот у нас игра. Тут тоже есть много зон всяких. Давайте, например, вот... А, надо покупать эту зону, наверное. Да. Давайте еще посмотрим, что тут есть. Тут, это что, интересно? А, понятно. Ничего тут такого особенного. Какие-то, может, вот эти. Топ-30 рекордов. Ого. Ого, сколько чувак набрал, вот смотрите. Мне кажется, это какие-то читы. Вряд ли он бы столько набрал. У него такой отрыв, смотрите, от остальных. Тут все приблизительно нормально. Это тоже какой-то читер. Тем более, это вход один и тот же человек. Нет, тут только Лукас и Роберт. Такие читаки. Тут что есть? Так, тоже ничего такого особо. Тут тоже нету. И тут настройки. Вот тут музыка, скорость. Без разницы. От первого лица можно играть. Какой-то дым, наверное. Давайте включим этот дым. Посмотрим сейчас, что тут у нас будет. Может быть, ну, будет идти как типа этот... потоки воздуха могут идти. Так, давайте. Нет, никаких потоков нету. К сожалению. Так, давайте вот так вот полетаем чуток. Попробуем, может быть, залетим на вот эту гору. Не-не-не, вряд ли. Все, вот мы залетели, но мы сня. О, так повезло мне. Так, можно и поднабрать скорости немножко. Если вот так, ну, например, пробовать залететь на гору и слетать. В принципе, игра, как вы видите, довольно хорошая. Итак, мы потеряли скорость, да и равновесие после этой горы. Поэтому мы сейчас слетели. В принципе, как вы можете увидеть, игра такая довольно, ну, легенькая и классная. Вам, думаю, понравится в ней играть. Поэтому советую ее, может, ну, найти ее в Google Play, можете вот вводить это название. Так. Так. Также есть, походу, про-версия и демо-версия. Вот, наверное, вот эти вот карты, которые купить надо, достигнут. Ой, можно их только в про-версии в них играть. В общем, если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Мистер Ник. Всем пока.